Слушай, а купи на вечер бутылочку чего-нибудь легенького, а? Бутылочку легенькой водочки? Да, литровую бутылочку самой легенькой водочки. Доброе утро. О, кашечка моя готова. Доброе. Что опять не так? Ты всю ночь звал какую-то Ленку. Совершенно верно. Это любовница моя. И давно она твоя любовница? Часов 8, наверное, мы во сне с ней познакомились. Ты считаешь это нормально? Да, я считаю, что это нормально. Ну а что, ты наяву, она во сне. И в конце концов, сегодня Ленка, завтра Танька. Что, вы никогда с ней не пересечетесь, ты ей батлы не повырываешь. Нормально, конечно. Ну, ей-то я не повырываю, но кому-то... Ага. Повырываю, и не только патлы! За что? Игорь. А? Нам нужен психолог. Ну, вам, наверное, нужен психолог. Нам с Ленкой не нужен. Так, возьми сейчас лопату и вот вдоль дорожки 10 лунок мне накопай для роз. Люда, да, остановись, я прошу почему? Тебя, остановись. Что остановись? Потому что? Что снег еще не растаял, снег. Ну, сколько тут этого снега? Он фу до завтра ты растает. Игорь, иди бери лопату. Приятного аппетита. Что? Люд, скажи мне, пожалуйста, у нас что, проснулась любовь к Англии, а? Чё? Мы что там, стали лордами, сэрами, пэрами, гондольерами, а? Почему? Так каждое утро у нас овсянка на завтрак. У нас ипотека, Игорь. У нас ипотека. Сэры, пэры. Да, Люда, молодец. Вкусные у тебя пирожки. Вот умеешь ты их печь. Да, с разной начинкой. Они такие пышные, мягкие. Молодец. Честно? Да. У моей мамы вкуснее. Ну, конечно. Что у нас на завтрак? Макароны. Просто макароны, даже без сосисок? Да, просто макароны. Люда, ты что, прикалываешься, блин? У нас что там, что-то... колбаса закончилась или что в холодильнике? А? Где тут? Что тут? Алло. А здесь что? Скорая? Приезжайте, пожалуйста, срочно. Сейчас я назову адрес. В смысле скорая? Мужчина выходил из ванны. Из упал, какой ванны? Сильно разбил голову. Течет кровь. Быстро. Я... Все, я буду есть твои макароны. Все, ничего не надо, блин. Вот-вот. Женщина, которая жалуется, что ей муж мало денег дает. Угу. Это не жена, это содержанка, содержанка, просто содержанка. А кто ж тогда жена? Жена это та, которая жалуется, что ее муж мало зарабатывает. Вот это вот жена. Что? Да. Вы женщины меркантильные, угу. Вам нужны только деньги, да, в отличие от нас, мужиков, нам ничего не надо. Ну, конечно. Да. Конечно. Да. Конечно. Мужики, как увидят деньги, так сразу, фу, какая гадость. Нет, да, мне да, деньги да не нужны. Ага. Вот, вот, раздам вот их всем женщинам. Да. Угу. А какой сегодня день? 31 марта. Да? Да. Месяц закончился. Да. Завтра 1 апреля. Завтра. 1 апреля, день дурака. Я ж подшутить над кем-нибудь. Заметь, дурака, а не дуры. Угу. Обидно, да? Чего? Ну как чего? Ну, во-первых, вас оставили без праздника. Чего? Женщины, да. А во-вторых, нам, мужикам, не придется вам дарить подарки. Обидненько, да? Дурака. Опять ты со своей я рассадой, сказала, блин. С этой стороны будет картошка, а там я посажу помидоры. Начинается, мам, блин. Мам! Чего? Что? В общем, я посмотрела мультфильм.
Называется «Маша и медведь». Ну, есть такой мультфильм. Мы тоже в детстве с мамой смотрели. В общем, я пришла к такому мнению, что обществу однажды придется обсудить теорию, что Маша лишь призрак убитой медведем девочки. Чего? Чего-чего? Понимаешь, она не может покинуть лес, а животные не могут ей навредить. Поэтому она не растет, и родители ее не навещают. Поэтому она и мучает Мишку, подпитываясь, как призрак, его чувством вины. Что? А она в каком классе у нас? В шестом. Может, нафиг эту школу, а? Пусть в МГУ идет на факультет психологии. А? Преподавателем. Преподавателем. Стоять! А! Куда? Мясо жарить для любимой жены. Хорошо. Давай. Ты побыстрее. Ага. Ты что, обиделась? Нет. Ты точно не обиделась? Нет. А что ты тогда молчишь и со мной не разговариваешь? Я занята. Подожди. Чем интересно ты занята? Придумываю план мести. А, понятно. Чё ты плачешь? Чё ты плачешь, ты мне скажи, а? Чё ты плачешь? Скажи мне спасибо, что я тебя полупьяную на руках притащил, блин. Вот именно. Полупьяную. Как я теперь буду спать, недопившая? Фу ты! Кстати, пап, я на права сдала. Можешь меня поздравить. Так подожди, у тебя же машины нет. Ну и чё? У папы вон есть. Ну, ты знаешь, я как бы могу на своей машине и без твоих прав поездить. Значит, надо для Мару еще одну машину купить. Да идите вы сейчас! Да, да, да! Мама! Ой, всё, нашла его! Привела домой! Сядь, папа! Кошмар какой-то! Наконец! 4 утра! У меня нет слов! Просто нет слов! Как? Нет? Нет слов человека! Слава Богу, нет слов! Слава Богу! Привет, любимый. Не стала тебя будить. Я ушла на маникюр. А обед на плите. Тебе нужно только зажечь ее. Газ я уже включила. Люблю тебя. Люба! Игорь! Что? Как мы отметим наше 25-летие? Как? Предлагаю отметить наше 25-летие. Что? Минутой молчания. Так, я поехал. Я на телефон тебе выслала список, что нужно купить. Я вижу. Да. Ты что, издеваешься, а? Что такое? Что такое, блин, тут больше 3 позиций? Поехали со мной, я запутаю, Серёга. Ничего сложного. Что ничего там сложного? Ты заходишь в один магазин. Влажные и салфетки поспи. Детские. Что? Средства для посуды, капсулы для стирки, блин. Что? Бумажные полотенца. В аптеке? Сиаорт от насморока, фурацилин, шипучие таблетки, АЦЦ, пирозатвор, багеты с Пятерочки, вода, нутелла, баклажаны, капуста, свекла, зелень, помидоры. Что ты смеешься, Люда, блин? Мне полдня ходить. У меня уже башка взрывается, ты хочешь, чтобы я... Кстати, Игорь, не поеду, я никуда. Не драматизируй. Люда. Что? Иди сюда, пожалуйста. Что такое? А что это такое? А это тебе памятка. Что это? Памятка, чтобы прицел не сбивал. Угу. Значит, смотри, любимая, и запоминай. Да. Пельмень должен выглядеть вот так. Поняла? А? Да. Поняла? Поняла. Вот это у нас пельмень. Вот так должен выглядеть пельмень. Поняла? Поняла. Молодец. Что? Может быть, поиграем с тобой, а? Во что? Короче, ты доктор, а я пациент. Давай?
Давай. Боже, войдите. Доктор, здрасте. Здравствуйте, что у вас? Доктор, не знаю, там, короче, ну там все так опухло, как будто пчелы покусали. Вот, вот такое вот. Можно, доктор, с этим что-то сделать, ой, а? Стоять, доктор. Стоять. Что? Я платный доктор. Фу ты, господи! Значит, показываю в последний раз. Плов с мясом должен выглядеть вот так. Поняла? Поняла. Молодец. Ну что, как борщ? Не знаю, что-то не хватает. Чего-то не хватает? Ну, недокисленного что-то. Ну, недокисленного? Ты знаешь, если ты, попробовав мой борщ и почувствовал, что тебе чего-то не хватает, встань молча, докисли, досоли, не знаю, там, доруби зелени, добавь еще одну ложку сметаны. Но сделай это молча, молча. Зачем ты столько набираешь? Зачем? Иммунитет буду поднимать. А, ну, пусть хоть иммунитет у тебя поднимется. Вот еще маленькая подушечка. Да. Ложись, давай, ложись. А ты укрой меня, пожалуйста. А ты со мной ляжешь? Да, я немножко позже с тобой лягу. Ага, хорошо. А то у меня много пока дел. Сейчас, да. Сейчас, подождите. Но... Укрою, подождите. У меня совсем нету пока времени. Я чуть-чуть... Позже с тобой лягу. Помел. Я уже полчаса как поставила помелу перед твоим носом, чтобы ты ее почистила. Ну подай мне нож, я почищу тебе помелу. Подними свою прекрасную жопу и возьми нож. Ты скоро там? Ай, фига себе, ты тут напарила, парище стоит, блин. Я что, виновата, что я люблю мыться в горячей воде, а? Вот теперь я понимаю, да, почему вы любите мыться в горячей воде. Что? Потому что вы, женщины-посланники ада, и скучаете по дому своему. Нахерачила тут пар. Доброе утро. Доброе утро. Можно мне что-нибудь покушать? Нарыбачились? Нарыбачились. Я вижу. И что, да. Клевало? Ну, клево было, а, да, а ничего, как бы рыбы нету. Понятно. Можно ничего-нибудь поесть? Я занята, возьми из холодильника, сам разогрей. И я не могу насыпать, не могу сам. Ну, порежь хлеб. И хлеб я тоже порезать не могу. А что ты можешь? Что? Могу посолить. Ух, посолить бы тебе. Ну что, поспали? Ой. Можно и поесть. Ну что, поели, можно и поспать. Боже мой, сколько мусора. Да, да, сколько мусор. Еще и посуда не мыта. Я ж тебе говорил, что в этом доме бардак наводишь только ты. Только от тебя, конечно. А ты не мусоришь, а да? Я целый что? День лежу на диване. Я специально вот целый день лежу на диване, чтобы ничего не делать, чтобы после себя ничего не убирать. Никакой мусор. Кстати, так, еду мне принеси туда. Давай, это давай, значит, давай. Давай сыграем в игру. Давай, как давай, смотри. Ты пародируешь меня, а я пародирую тебя. Ну. Да у кого лучше получится? Давай, давай. Люда, Люда, а где мои носки? А где мои трусы? А чтобы мне еще пожрать? А у нас что, нет сладенького? А где дрель? Где да. Четвертка? Да? А сейчас Сотверткой. Я тебя. А сейчас я. О, Игорь! Наши весы сломались! Наши весы сломались! Они показывают на 20 килограмм больше! Я действительно думала, что сломались, Игорь! Смешно? Смешно. Да. Сегодня будешь спать в прихожей на полу. Да. Так смешно? Очень. Что там? Волос? Угу. Ну и что? Ничего.
Ну, ты как-то так, да, знаешь, брезгливо вытащил этот волос. Это, это уже не волос? Это уже, нет, это не волос уже. Это приправа к блюду? Конечно, мы же 25 лет с тобой вместе. Ты вообще вся просто приправа к блюду. Спокойной ночи, любимая. Спокойной ночи. А супружеский долг? Спи. Спи, я тебе прощаю. Сейчас бы пряник. Тульский. Ну что? 2000 километров! И мы в Туле! Да. И мы в Туле! Как вообще, пряник? Пряник вообще вкуснейший тульский. Огонь, пряник. Да? Сейчас бы чаю к пряничку. Индийского. Чая индийского. А? Ну что ж. Индийский так индийский. Поехали вы. А зачем ты мне пустые смски отправляешь? Потому что я с тобой не разговариваю. Понятно. Ты еще долго? Ну, сейчас зубы почистим. Да, я тебя поцелую. Ой, давай быстрее. Начинаешь вот это. Я тебя раздражаю? Иногда да. А что, я тебя не раздражаю? Нет, ты меня не раздражаешь. Никогда. Никогда ты меня не раздражаешь. Да, с мужиками в гараже сидишь, раздражаешь. Бухаешь, раздражаешь. Рыбалка твоя и охота тоже меня раздражают. Носки разбрасываешь по квартире, по дому. Блин, меня раздражают. Язык мой, враг мой. Нафига я только спросил тебя, а? Ты опять меня раздражаешь. Хочу, чтобы ты водил меня в ресторан каждый день, а не только на 8 марта. Серьезно? Да. А я хочу, чтобы ты была ведьмой только на Хэллоуин, а не каждый день. Ну вот, пожалуйста, тебе. Охереть просто. Что? Мы больше не будем заниматься с тобой сексом. Почему? Потому что давление, Люда, 200. 200 давление, понимаешь? Из-за каких-то вот бессмысленных телодвижений я буду рисковать жизнью своей? Да нахер оно мне надо? Че ты смеешься? Ты паникер. Завтра на рыбалку одеваешь зимнюю куртку. Да, ты да. Что, с ума сошла? Какая зимняя куртка? Ты посмотри, там лето на улице. Все, зимняя куртка. На прошлой неделе ты с рыбалки принес замороженную мойву. Да ладно. Да ладно. Надо закрывать с душой. С душой. А не от души. Понятно? Понятно. Может, колбаски тебе к каше? Ну, какой колбаски? Какой колбаски? Каша, она и есть каша утрешняя, понимаешь? А ты сейчас начинаешь мне там мясо, колбаса. Похудеешь с тобой. Хочешь заняться здоровым образом жизни? Чего нет? Похудеешь со мной, вот тут я вас попрошу. Всю ночь холодильник скрипит. Не отгонишь тебя просто от него. Со мной похудеешь. Начните с себя. Так, скажи мне, пожалуйста. И что это за новый Славик у тебя в контактах на телефоне? Я туда позвонила, а там женский голос. Как это понимать? Все очень просто. Что просто? Там такая же дура схватила телефон, чтобы послушать, что это за новый Игорь у ее Славика. Блин, вы бабы, честное слово, блин. Дорогая,
Да. Смени, пожалуйста, стилиста. Ты хочешь сказать, что я плохо выгляжу? Ты неплохо выглядишь, но просто у меня уже целый месяц на телефоне всплывает контекстная реклама. Стилист Рогов к вашим услугам. Что это? Рогов. Тьфу ты. Рогов. Слушай, а тебе нравится наша официантка? Официантка наша нравится, которая вот нас обслуживает? Я не буду отвечать на этот вопрос. А вот, вон та другая. Вот видишь, за стойкой. Это некорректный вопрос. Я не буду отвечать. А барменша у входа, которая вот стоит? Барменша. А, барменша. Да, барменша. Вот барменша классно. Че? Что? Вы, женщины, из всего можете сделать проблему. Из всего. Вот смотри, при полном гардеробе вам, да, видите ли, нечего надеть. Угу. Да? Ну, да, ну так же. Так же, так же. Ну, знаешь ли, вы тоже можете сделать из ничего проблему. Серьезно? При полном холодильнике вам нечего пожрать. Фу ты, господи. Вон, посмотри, Серега, что? Сосед. Целый день свою жену обнимает, целует. Ты почему так не делаешь? А? Ты что, с ума? Я что, самоубийца, что ли, а? В смысле? Что? Если я Натаху буду целовать и обнимать, он мне морду набьет. С кем я бухать потом буду? Я вообще-то про себя. О, ой, куда собрался? Сосед Серега позвонил, говорит, выручай. Хлеб закончился. Иду, отнесу ему кусочек хлеба. Да. Да нет, знаю у меня, я, нет. Я знаю у меня эти вот походы к Сереге. Вон, а ничего у меня нету. Так. Блин, Люда, честно, ну чисто по-человечески, я могу ему отнести кусок хлеба, а мы не будем бухать. Не будем мы бухать. Может, блин, вечно ты там что-то... Стоп! Что? А ну положи хлеб на стол. Быстро положи хлеб на стол. Ну, положил я хлеб на стол. Ну, что, он сухомятку будет хлеб есть, что ли, а? К Сереге. Ну, Сереге нет хлеба, да? Доброе утро. Доброе утро. Так, одевайся давай. Быстрее поедем. Купим тебе новую одежду. Да, да. Какую новую одежду? Мне не надо покупать новую одежду. У меня еще, вон, старая одежда не порвалась. Зачем мне новая? Да, Игорь, поздравляю тебя. С чем? Ты старпер. С чем? Что там? Дай сюда посмотрю. О, опять. Меня это уже задолбало. Каждый день. Гарик, я люблю тебя. Вчера. Гарик, я хочу тебя. Лена, Галя. Что происходит? Мне тоже, кстати, страшно. Что тебе страшно? Мне страшно, что меня поймают и изнасильничают. Кому ты нужен? Ну так а что ты тогда переживаешь? Поймите же вы, счастье не в деньгах. Вот-вот. Ага, а как же винишко? А вкусняшки и суши? Не знаю, я червяков для рыбалки в лесу накапываю. Да ничего не понимаю. Папа, ну зачем нам червяки? Уф. Так, держи. А что это? Это таблетки от головной боли. Держи, пей, давай. У меня голова не болит. Точно не болит? Нет. А что такое? Подожди, сядь. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Любимая? Что? Что? Что случилось? В борще таракан, что? Где? Вот, посмотри. Вон, смотри, таракан. Это же Петрушка. Таракан. Вы посмотрите на нее. Что такое? Ты что, ему имя дала, что ли? Петрушка. Уф, да? Игорь, наш брак с тобой не распадается только по одной простой причине. И да. По какой же это, интересно? У тебя терпеливая жена. Серьезно? Да. А мне кажется, есть еще одна причина. Интересно знать, какая? Какая?
Да. Выносливый муж. А-а-а. Б. Ну что, как блины? Да, вкусные. Что? Вот вкусные. Вкусные? Но что? Толстоватые. Конечно, так... ты по три берешь. Да? Игорь. Что? Скажи мне только честно. Только честно. Ты меня любишь? Я скажу тебе больше. Да. Да. Я к тебе привык. Пап. Да. Нам сегодня в школе прививки делали. Ну, я надеюсь, ты не плакал? Нет. Они меня не догнали. Ну что, ужин готов? Присаживайся, конечно. Так. Пожалуйста. Так ты у меня романтик. Еще какой. Все, я ухожу от тебя. Да? Отлично. Ты больше не встретишь такую замечательную женщину, как я. Да? Еще одна хорошая новость. Мусень, ну я да, же, да, ну царь, я же царь, в семье царь, главный. Успокойся. Царь. Царь, царь. Царь, как лев. Что ты делаешь? Ем. Ты ж перед едой всегда полчаса молишься. Так это же не ты готовила. Игорь. Да? Иди сюда. Что? Я уверена, что ты мне изменяешь. Ты что? Я знаю с кем, я догадываюсь, когда и где, но я никак не могу понять, чем. А что ты здесь? А я хочу нам в спальню шторы поменять. Как тебе, кстати, что? Вот такие? Да, вот смотрю. А, нет. Не знаю. Нет, нет, не подойдет. Если их, то надо еще постельное белье менять. Нет, нет, нет. А вот эти вот, посмотри здесь, какие они интересно рифленые. Ты вообще меня слышишь? А? Или ты о своей рыбалке только и можешь думать? Пойдем, я еще ложечки и тарелочки посмотрю. Пойдем. Я хочу шубу. Что ты хочешь? Шубу. Люда, ты на новогодние праздники столько шубы переела, что официально ты уже моль. Пошли давай. Люблю возить мужа на машине. Орет, матерится, руками размахивает. Эмоции через край. То дома потом сидит, тихонечко молчит, радуется, что домой вернулся живой. Ну что там? Шуб короткий, до масла уже не достает, менять надо. А, ну хорошо. Доброе утро. Явился. Алкаш, ты себя в зеркало видел? Начинается. Где ты был? Культурно. С Серегой, соседом, посидели и пообщались о сущности бытия, да, о мироздании, культурно. С Серегой. В отличие от тебя, вечно орущий, алкаш. Ты хочешь сказать, что я бескультурная? Хорошо, да? давай тест. Давай. Две любых валюты иностранных, назови мне. Доллар и евро. Отлично. Степень прожарки мяса. Так, rare. Ага. Medium rare. Ага. Medium. Ага. Medium well. Well, да. Название двух любых рек в Индонезии. Ну, вот о чем я и говорил. Кроме как бабки, так. Пожрать больше никаких интересов. Ой, иди ты. Иди ты.